Приезжаем к дому, в котором живет семья, которая приехала несколько дней назад из Узбекистана. Проезжающие Канкун транзитом по дороге, понятно, по дороге в Тихуану. Они еще даже не знают, что мы сейчас к ним едем. Так, вот этот дом. Здрасте. Здравствуйте. Делопласт 5. Здравствуйте. Ну, в общем, здесь кухня. Первый этаж. Поднимаетесь наверх. Я думаю, здесь такая красивая картина Ван Гога. Такая большая комната. Здесь может поместиться как минимум 5 человек. Два здесь, два человека здесь и здесь 3. То есть комната на 5 человек. Очень удобно. Плюс здесь можно вдвоем поместиться. То есть сейчас я вам показала 2 спальни на 7 человек. А дом стоит $50 в сутки. Это очень выгодно. Доехали нормально. Перелет немножко был тяжелый, но все, уже освоились, все нормально, все хорошо. Ну а так вот по ценам, как вам в Канкуне? По ценам здесь лучше, чем в США, конечно, и лучше, чем в Кубе. В Кубе это можно и ничего не сказать насчет Кубы. Здесь цены хорошие. Вы 20 часов провели, да? Да, 22 часа. 22 часа. 22 как часа, ощущение, да. От Кубы? Ощущения уже не спрашивайте. Все уже позади.